Покорять Заполярье прилетела команда телевизионного проекта «Мама Раша». Ведущие Кирилл Киаро и Люба Любятенко вместе со съемочной группой снимут захватывающее шоу о потаенных уголках нашего края. Встречала звезд моя коллега Наталья Кислякова. Подробности в следующем материале. Солнечным днем борт «Москва на Ринмарс» совершил посадку в аэропорту Заполярной столицы. Команда проекта «Мама Раша» впервые оказалась на ненецкой земле. Честно, ожидала прям такого ядреного мороза какого-то, несмотря на то, что август, но почему-то вот у меня Арктика, ассоциация, это вот льдины, снег, пингвины, тюлень там, вот тюлень есть, я вижу, ага. Но посмотрим, чем будет удивлять Арктика, потому что для меня это уже такая экзотика бешеная, я не обычно по теплым местам, вот, а тут, собственно... Что бы ты взяла? Я набрала, у меня весь чемодан просто вот из теплых вещей состоит. Зачем? Зачем я взяла? Обязательно оденешь, попробуешь, сделаем селфи, фото. Шубы, да? Но у меня пуховик, не шуба, пуховик. Но у меня такое ощущение, что это все не пригодится, потому что плюс 15, действительно теплее, чем в Москве. Всего 12 регионов и Ненецкий округ в их числе. Проект «Мама Раша» – это захватывающее шоу, где две звезды из разных сфер шоу-бизнеса впервые оказываются в самых дальних уголках нашей необъятной родины. Причем они не знают программы своего путешествия, но уже в предвкушении экстремального трипа. Вы знаете, для меня лично, я в России достаточно долго живу и работаю, и я понял, поймался на мысли, что я дальше Казани не был вообще. Я, в принципе, толком не видел Россию. И поэтому такая возможность побывать за полярным кругом, для меня, конечно, я не мог отказаться от такой возможности. Вот, и увидеть, познать, познакомиться, пообщаться, поговорить, попробовать. Вот что я хочу. Да, меня когда сюда приглашали, у меня, поскольку репутация такой путешественницы, путешественница вне России, то есть мне так и озвучили предложение, что ты там разъезжаешь по своим Мексикам, посмотри, как в России много прекрасного и сколько ты всего не знаешь. Попробуй проникнуться и будешь приятно удивлена. Поэтому вот, собственно, для меня такой эксперимент, потому что действительно все мои направления для путешествий выбираются далеко за границей. И вот, собственно, почему бы и нет, почему бы не познакомиться поближе с тем местом, где я родилась, и мне кажется, из этого может получиться что-то интересное. Старт съемок был дан уже в первый день, и наша съемочная группа успела ухватить оригинальные кадры будущего шоу. Удачи! Добавлю, визит в столицу региона был организован при содействии Центра развития бизнеса, туристического кластера и Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Наталья Кислякова, Леонид Шишлов, Владислав Ткачев, телеканал «Север».